Очаровательно, спасибо. Студия аплодирует. Вообще замечательно. Кстати, хочу напомнить, что у нас есть на сайте чат, который работает. Можете задавать свои вопросы. Я себя не слышу. Вот. Так что, если какие-то вопросы у вас есть к нашим гостям, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Вот, отлично. Ну что, девчонки, почему Ляфи? Расскажите о себе немножко. Что за группа? Давайте. А кто у нас начнет? В микрофоны говорите? Да, конечно, микрофон. Давайте представимся, пожалуйста. Три очаровательные девушки. Начнем с клавишницы. Некрасова Наталья, играю на пианино. Пасько Анна играет на скрипке. И Наталья Иванова играет на аккордеоне. Замечательно. Так, ну, как давно вы существуете? Нам третий год пошел. Три девушки, третий год. Прекрасно. И какие площадки, где вы играете? Расскажите подробнее, что где вас можно услышать. Наверняка сейчас многим интересно об этом узнать. Среди постоянных мест, где мы играем сейчас, это, в частности, клуб «Парижск». Угу. Там мы играем каждую среду, если это можно говорить. Это можно говорить? Я думаю, что можно, конечно, даже нужно. Каждую среду с 9 часов в 9 начала. Кроме того, мы играем в кафе «Бульварный роман» тоже по пятницам с 9 часов. Вот. Ну и кроме того, у нас есть какие-то такие разовые концерты, разовые выступления. Прекрасно. Ну а сейчас слушатели живого радио могут услышать группу «Ляфи» в прямом эфире. Ну что, девчонки, давайте еще что-нибудь. Thank you.
Замечательно. Очень красиво. Стоит аплодировать. Прекрасно. Очень мне сразу представилось, что такое весеннее, какой-то Париж, текущие ручейки. Кстати, а почему многие сравнивают вас с Яном Тирсоном? Да, вам вас вообще не смущает такое сравнение? Нет, сейчас... потому что мы его играем. Непосредственно, вот сейчас исполнили. Ага. А что вообще вас побудило? Почему именно Ян Тирсон? Расскажите. Понравился фильм. Понравился Ян Тирсон. Ага. Ага. И решили делать такую музыку. Да, поснимали. Кстати, сейчас не совсем Ян Тирсон из фильма, да, саундтрека. Да, это танго. А вообще, да, мы почти вот весь саундтрек играем. Вот, то есть сейчас, сегодня мы сможем послушать. Да, да, конечно. Это один из моих любимых композиторов. Здорово. Ну что, давайте тогда сразу перейдем еще к одному треку. Да, конечно. Как раз Яна Тирсона. Отлично, замечательно. Спасибо, давайте. Расскажите теперь. Вообще у вас, конечно, много концертов, все-таки там и среда, и пятница. То есть, наверное, на личной жизни совсем не хватает, да, времени? Находится. Как это? Еще понедельник, вторник, четверг. Что же вообще, как вас терпят ваши мужчины? Приходится мириться, наверное. Ну да. Нет, мы были бы не против еще почаще поиграть. Ну это так. А, прямо микрофон? Понятно. Значит, все-таки мужчины мирятся, но вы, тем не менее, хотите играть чаще. Конечно. Слишком много внимания вам уделяют. Понятно. Ладно. Расскажите, а может быть, какие-то хобби, что-то вообще, чем-то вы еще помимо музыки занимаетесь? Чем-то увлекаетесь как-то? Или все-таки музыка все ваше время свободно занимает? Много хобби. Ну, расскажите нам. Интересно все-таки слушателям, потому что... Общечеловеческие вкусы. Ну, там марки собираете или что вы там да, делаете? Да, конечно. Марки, конечно же, марки. Коллекции марок, ага. Так я и поверил. Да нет, ну, на какое-то серьезное хобби действительно, наверное, времени нет. Например, на этой неделе у нас все вечера расписаны. Угу. Вот. Но музыка сама настолько самодостаточна, что в ней столько всего. Я, например, и в школе музыкальной работаю, и... Например, снимать какие-то песни, произведения тоже мне нравится. Слушать нравится, на концерты ходить нравится. Для вас, что такое Франция? Вот вы играете французскую музыку. Лично для вас, мне кажется. Пока что недостижимое, что ли. Ну, просто потому, что мы не были еще там. Поэтому это как бы какая-то мечта, которая, наверное, в реальности может быть немножко другая, нежели мы ее представляем.
Да, а Франция для нас — это фильмы французские, да, музыка, да, французская. А вы могли бы покорить Париж? А да, мы это планируем в ближайшее время как раз этим и заняться. Оптимистично. А вообще, вот, кроме Парижа, где бы еще хотелось играть? Или вообще, где вы считаете самым наиболее приятным? Все столицы Европы, в принципе, входят в наши планы. Да что Европа, столицы мира. Понятно. Нет, нам очень хорошо в Москве живется, но с удовольствием, конечно. Ну, конечно. Уж покорять, так покорять. Согласен, молодцы. Планету. Замечательно. Ну что ж, давайте тогда, может быть, послушаем еще какую-нибудь песню. Да, конечно. Давайте. Что у нас за песня? Может, Фрога как раз? Да, давайте. Жизнь в розовом цвете. Ага, или свете. Тоже Ян Тьерсен, да? Нет, это как раз-таки вот о разговоре о Франции. Это такая очень французская такая вещь. Отлично, да. Прекрасно. Да, только очень сидя неудобно играть. Ну, давайте. Браво. Отлично. Уверен, что слушатели более взрослого поколения наверняка отметили и оценили ваши старания. Прекрасно. Пока мы играли, и мне созрел ответ на вопрос, почему именно французская музыка. Я думаю, так, наверное, потому что она очень с русской природой перекликается. Мне кажется, такая же основа. Именно душевность и такая... доступность, что ли, во французской музыке. Что касается душевности, в вашем исполнении она особенно чувствуется. Спасибо. Очень хорошо, здорово. Вот, такой вопрос. Скажите, а какие-то концерты каких-то звезд, там, приезжих, или, может быть, не приезжих вообще, вы посещаете? Я, конечно, понимаю, что у вас совсем нет времени, но, тем не менее, вдруг ходите, да, все-таки? Конечно. Расскажите, да, куда вы ходите, на кого, точнее говоря. Ну, у всех разные, наверное. Кто да, больше понравился разные... за последнее время? Нет, у всех разные вкусы, во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, опять же, в силу временной возможности. Да, вот, например, последний концерт, который
например, я посетила, это был концерт Тужика Нарика, певица такая. Но это был как бы достаточно неожиданный концерт, потому что, ну, опять же, в силу каких-то очень странных особенностей журналистов, они написали очень странный пресс-релиз о том, что это суперзвезда, которая исполняет электропоп. Так. И, ну, и что это японская Бьорк из Парижа. То вот есть я пришла на концерт, да, я ожидала услышать просто что-то невероятное. И на самом деле то, что я услышала, это было несколько странно, потому что вышла девочка с ноутбуком, скромная в очочках, японская, в футболочке. Раскладывала пасьянс сидела. Ну, типа того, да. То есть я ее, в принципе, мало, наверное, интересовала, что происходит за сценой, потому что она стояла вот как-то вот так, что-то там копалась и тихонечко что-то пела. Вот. И ну, вот это было, это, пожалуй, вот такое последнее впечатление было. Ну вот, а в принципе... Да. Просто для меня французская музыка — это обязательно вокал, особенно женский вокал. У вас а мы сотрудничаем с вокалисткой, да. Да, у нас есть... Ну, Ракета, Люда Ракета, известная, собственно, широко известная в узких кругах. С мини-бикини. Да. А сами не хотите петь? Очень хотим. Хотим. А сейчас как поем. Ну вот, например, известно, что одна из участников, как минимум одна, поет активно, имеет свой проект. Я думаю, что сейчас она может нам рассказать об этом. Наташа, ты расскажешь? Ну что же, ну да. Ну это как бы совершенно другая музыка. То есть это к Франции не имеет никакого отношения. Это так, ну, электропоп где-то так приблизительно. Вот. И... Собственно. То есть это разные проекты, и там я пою. А какой для тебя важнее, конечно? Это не очень корректно. Вот у нас так вот. Тут наверняка многим интересно об этом узнать. Нет, ну я же... Чему вообще, точнее, правильно сказать, к чему у тебя больше душа лежит? Больше какому-то шансону французскому или же вот какому-то изи-листинг, то есть вот то, что ты играешь, темпо? Ну, у меня... разнообразные интересы, поэтому мне интересны и то, и то. Конечно, разные, конечно. Поет свои песни, это же важно очень. А еще мы играем. А ты не разделяешь музыку на какие-то направления, понятно? То есть нравится все, и смотришь одинаково. Нет, просто это интересные направления. И вот инструментальная музыка такая, и то, что я сочиняю, пою. А давайте мы тут сыграем. Мы можем послушать что-нибудь? Да, давайте как раз и послушаем. Давайте. А что? Шарманку? Да. Ты вот можешь? А, да. А? Шарманку. Сейчас мы послушаем вещь, сочиненную Наташей. Нет, петь не буду. Сегодня нет. Thank you.
потрясающе, очень красивая вещь. Здорово. Ну, хотел у вас спросить, а вот про ваше первое выступление очень интересно. Сильно волновались, когда выступали, где и когда это было? Вот именно вашим составом. У нас был полный провал. Полный провал, да. После этого мы сидели в кафе. В Макдональдсе. И плакали. Ну, то есть, что делать? Что делать дальше? Все пропало. Все пропало. Просто с треском, правда. Конечно. Но мы подумали, что не стоит отчаиваться. Сделали еще побольше программы, побольше вещей. И, так. И потом ходили по Москве и искали, вот где бы, куда бы нам обратиться, кому бы дать послушать наши записи. И вдруг один замечательный человек из ресторана «Бульвар» посмотрел на нас и говорит, давайте. Да. Хотим, хотим послушать вас, что вы из себя представляете. И мы тут же сделали программу на 3 часа. Представляю зарёванных девушек, блуждающих по городу, и тут они натыкаются на какого-то доброго мужчину, который говорит, сейчас я вас из вас буду делать супер звёзд. Ну, буквально всё так выглядело. Таким образом, у вас появился какой-то продюсер. Нет, это не продюсер, как, просто появился стимул. Друг появился у нас такой. Понятно. Ну, а я так понимаю, что такой творческий качественный коллектив, наверное, имеет какого-то там, как минимум, директора. Нет. Который занимается. К сожалению, так, нет. Этот коллектив так. В поиске, в самом напряженном. Отзывайтесь, продюсеры, директора, директор, желающие. Я правильно делаю, что я что-то серьезно увидите? Причем у нас были попытки. Кастинг не строгий. Ну да, ничего себе не строгие. Как-то и не получается, с некоторыми людьми даже не получалось. Нет, ну у нас, в принципе, и не было так особо, мы как-то не выходили на таких людей, которые могли бы этим заниматься. Да, мы все думаем, что как-нибудь сами. Ну, вернее, у нас много агентов, но. Я понимаю. Да, и желающие время от времени появляются директорствовать, но что-то вот как-то у нас пока. У вас получается, что и музыка в таком легком флёре грусти, и отсутствие интервью. Директора. А можно ли что-нибудь такое? У вас есть какая-то жизнеутверждающая такая? Да, композиция. Советская мелодия. Ну нет, там французская, но с таким комсомольским. Давайте, Борис, вам. Давайте, только это, конечно, не комсомольцы. Комсомольцами, конечно, явно, судя по возрасту, девушки не были. Названием Борис и Иван. Ага. Русская, ну нет. Ну, вот пококетливее. Она веселая очень. Борис, Иван, Антон, Наташа. Браво.
Отлично. Такая французская полька. Да, отлично, очень хорошо. Сразу вот. Представь, можно я перебью? Конечно. Просто сразу представилась, конечно, идущая по дороге такая плачущая девушка, которая дождь льет, скромненькая платьица. А потом она начинает все разгоняться, после этого она топает по лужам, начинает обрызгивать шикарные лимузины этой водой, и вообще танцевать и вообще всех громить. Да, это был Артём, мой на сегодняшний момент сведущий, потому что сведущая Наташа, к сожалению, заболела. И вот таким образом на одну девушку в студии сейчас меньше красивую. Вот, замечательная девушка. Ну, чувствуется по музыке, что все, по качеству, конечно, у вас есть, наверное, образование музыкальное. Безусловно, да. Такое без образования делать, наверное, очень сложно. Что? У всех высшее музыкальное Гнесинское, наверное, училище. Академия. Академия, да. Mm-hmm. Простите. И даже частично аспирантура. Вот это да. Браво, браво. Вот. Ну, я, наверное, надеюсь, директор какого-нибудь поедет. Кстати говоря, если есть люди заинтересованы, которые могут как-то повлиять на дальнейшую судьбу коллектива, пускай оставляют свои координаты, ну, можно на сайте. Кстати говоря, сайт есть у девушек. www.lafie.com. Ру. Да, ну он вот скоро обещает заработать. Да, буквально послезавтра он будет работать, так что все те, кто заинтересуется, могут оставить там о себе что-то, послушать в конце концов. Вот. Ну а мы, я думаю, послушаем сейчас очередную песню. Вы не устали, ничего, что? Нет, так... отлично. Потому что мне кажется, что такие гости очень редко бывают в нашей студии. То есть тут, по крайней мере, не часто такие, в принципе, гости бывают, поэтому давайте сегодня побольше поиграем, ладно? А болтовню уже, что потом отдельно поговорим. Давайте. Замечательно. Спасибо.
Как жалко, что сейчас, конечно, по телевизору редко можно услышать, тем более видеть такие вещи. Здорово. Скажите, а как вообще вы оцениваете состояние нашей вообще культуры, вот нашей музыкальной культуры? Чудовищно. То есть вы что, вы довольны тем положением, которое сейчас? Нет, это чудовищно, что вы. Зачем это обсуждать, опять же? Сейчас не будем обсуждать, хорошо. Нет, может быть, просто где-то в. Ну, естественно, какие-то есть хорошие коллективы, хорошая музыка, но она настолько далека от телевизора и от, ну, и от народа, и. Неизвестно, когда это исправится. Неизвестно, к сожалению, да, действительно, это неизвестно. А что же нужно делать для того, чтобы это вот все-таки было, настал тот час, когда человек каждый знал, что есть группа Ля-Фи? Да, прекрасно, бизнес-план. Да, есть у вас бизнес-план? Нет, понимаете, нужно, чтобы просто люди, которые вкладывают деньги, так сказать, в музыку, они просто не боялись экспериментировать и думали немножко хотя бы о музыке, а не только о деньгах. Скажите, пожалуйста, ведь же в классическом образовании клавиши не преподают. А это не клавиши, это электропианино. Да. Это единственная возможная вот аналогия. Вот. Да, оно ну, как бы максимально приближено к звуку. Ну, у вас же нет пианино и рояля. А свое мы привезти не рискнули. Нам нужен рояль. А трудно переучиваться? Переучиваться? А нет, а это же, ну как, это максимально приближенное. То есть, в принципе, это, ну, нет, бывают и лучшие варианты, но, конечно, на пианино проще играть, чем вот на таком инструменте. А баян у вас настоящий? Это аккордеон. Это чтобы. Еще бы не настоящий. Мы очень оскорбляемся, когда наш аккордеон называют баяном. Аккордеон у меня очень хороший. Не будем говорить, сколько стоит. А чем отличается баян от аккордеона? А вот как раз клавишами, которые как у пианино. И плюс на аккордеоне. А на баяне кнопочки. И звучит он не так. У меня любимый инструмент — это концертина вообще. Концертина? У меня даже такой есть регистр. Вот концертина. Чуть не то. Ну вот. Не угодишь ведущему. Артем тут было продемонстрировал свою осведомленность в музыкальных инструментах. Нет, просто выпендрился. Ты тут девчонок не обижай. Не надо. Спокойно, не каждый день к тебе такие в гости приходят. А вот видите на аккордеоне сколько всяких таких кнопочек? Это все тембры. Вот как фагот, например. Как пиколочка звучит. Вот. Целый оркестр получается. Целый оркестр, да. Женщина-оркестр. Название прочитает вопросы из интернета. Так, тут есть? Да, нету. Так, я буду озвучивать. А тебя тоже не слышу. Музыка очень кинематографична, приглашают написать музыку для кино или театра. Нет, к сожалению, но очень не хотелось бы. А там не хотят нас пригласить? Ну вот пока еще нет, не было такого сообщения. Они там очень так сильно стали появляться. А у вас есть диски? У нас есть диски. Да, а есть. По поводу вот сотрудничества, мы сотрудничали с театром Школы современной пьесы. Давайте, расскажите-ка об этом. Интересно ведь. Озвучивали. Слушатели интересуются. Новую пьесу читали. Ну, начитки, да, одного из сезонов. Мы вот там... Мы играли либертанго. Вот сейчас мы можем его, кстати, сыграть, да? И было очень здорово, такой альянс, когда и слово сочетается с музыкой, потрясающе. Интересно. Ну что ж, а мы с удовольствием послушаем. Mm-hmm. Давайте. Давайте. Thank you.
виртуозно была исполнена композиция известного французского композитора. И, аргентинского. Ой, простите, я оговорился. Оговорился. Столько красивых девушек, что я просто теряю дар речи. Скажите, вот... По поводу дисков, скажите, где можно купить? А нигде. Ага, тогда... Магазин «Союз», шутка. Вот на что. Тогда сделаем следующее. Предлагаю, поскольку у вас есть с собой какие-то диски, достаточно качественного исполнения, мы их разыграем. Давайте зададим вопрос, во-первых, зрителям и слушателям. Да, ну, подсказывает, что диски есть. Поэтому смотрите, значит, будет у нас ряд вопросов. Первый вопрос предлагаю задать такой. Кто композитор? Страна известная. Хотел запутать немножко, но уже ладно. Это раз. И... Композитор чего? Композитор, прозвучавший только что вещи. А мы не озвучили ее? Его. Озвучили? Да, я озвучил. Здрасте, приехал. Хорошо, тогда, ну вот, вот уже проще. Значит, тогда диск достается Артему. Артему, хорошо? Нет, тогда давайте свой вопрос. Давайте еще не свой вопрос придумайте какой-нибудь. Можно я вопрос тогда? На каком инструменте было написано у Астора Пьяццолла это произведение? О, отлично. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Я молчу. Прекрасно. Не подсказываю. Ну что, вопрос к нашим зрителям и слушателям. Давайте, кто хочет слушать дома. Вот. Ну, а пока прозвучит следующая вещь, я предлагаю девочке вам послушать, подумать, какой вопрос отдать от себя. Хорошо. Давайте. Что сейчас будет? А мы не можем одновременно играть и думать. Вот, ну как, хорошо. Хорошо. Тогда подумаем мы с Артемом. Или все-таки есть какой-то вопрос? Готов. Давайте. Вопрос. Тогда в этом случае думать будут зрители, пока вы будете играть. Может быть, лучше зрители зададут вопрос, и тот, который вопрос нам понравится, может быть. Ну, они нам пока задали только один вопрос. А если больше не зададут? Тогда мы отдадим диск тому, кто сказал, что наша музыка кинематографичная. Ага, понравилось такое. Хорошо. Похвалит нас лучше всех. Вот оно как. Ну, в данном случае у меня больше всех шансов. Вот, поэтому я рассчитываю на какой-то ваш диск. Так, ну что, девчонки, давайте послушаем следующие вещи. Вы не устали, ничего? А, нет, нет, здорово. А вообще... Вопрос... Не слышали вопрос. У меня нет микрофона, потому что... Озвучь, пожалуйста, еще раз. Какой инструмент, для какого инструмента Астор Пьяццолла написал это произведение? Для какого инструмента Астор Пьяццолла написал это произведение? Пожалуйста, тот, кто... Либертанка. Либертанка, да. Простите, пожалуйста. Кто правильно ответит на этот вопрос, тот, соответственно, получит диск группы «Ля Фи». Так, пока мы послушаем следующую композицию. Нельзя ли стакан воды? Конечно, конечно, можно. Можно чай, самое главное, чтобы вам было удобно. Отлично, спасибо. Чайку? У вас очень уютно. Да нет, ну что-нибудь. Водички, хорошо. Да. Хорошо. Спасибо. Так, ну что? Что мы сейчас будем слушать? Бармалей не надо искать. Мы как-то выбираем. У нас уже репертуара неприлично много, на 4 часа. Ого. Мы в большой растерянности, когда нам надо... Бывает. Определиться. Да, определиться. Угу. Угу. Так, ну... Некрасовскую композицию вновь. Ага, давайте. Ну, замечательно. Давайте послушаем. Пока отправлюсь-ка я за чайком. Да, здорово. А водичка есть? Thank you.
замечательно, просто великолепно. Спасибо. Отлично, Наташа, очень красивая композиция. Правильный так, ответ? Ура! Появился правильный ответ, таким образом кто-то зарабатывает диск. Анечка получает воду. А что сказали? Да, правильно. Замечательно, правильно. Ура! И более того, появился какой-то человек, заинтересованный, видимо, в продвижении вашего творчества с какой-то, очевидно, продюсерской фамилией, как там, Либенсон. Либенсон, вот. Что-то предлагает? Что-то просит оставить ваши координаты. Вот. Я думаю, что это начало каких-то замечательных отношений. Вот. Отлично. Девчонки, расскажите, пожалуйста, такой вопрос. А кто у вас главный? Вот у вас три очаровательные девушки. Наверное, сложно вам между собой как-то... Нет, такого не бывает. Я знаю, что обязательно в коллективе существует один. Вы тут мне рассказывать, не рассказывать. Давайте, Карина, кто главарь? Некрасов, наверное. Нет, у нас демократия. То есть мы даже не пытались выбирать главную. Иногда один, иногда другой. И нормально. Иногда один как скажет. Все-таки, значит, вот в чем и, залог. И двое других. Залог правильной, красивой музыки. Да, демократия. Сделать все демократично. Основа. Может быть, классно. Да нет, может быть, это не есть хорошо, но действительно у нас так почему-то... Ну, может, поближе к микрофону, потому что, кажется, тебя плохо слышно. Вот, здорово. Расскажите, пожалуйста, такой вопрос. Наверняка многих он заинтересует. А какую кухню любите вообще? Вот что, может быть, сами что-то готовите, какие-то блюда? Да, яичницу. Вот так. Интересно. Просто яичницу. Да нет, мы на самом деле умеем готовить. Наверное, устрицы, там вино белое. Ой, я кальмары люблю. Фуагра. Ну, только, конечно, с конкретным вином. Чёрная икра. Так. Ну, понятно. Вот он. Продюсер нужен. И вы японская. Да, да, действительно. А фуагра знаете, да, что такое? Как-то, что делать с этими бедными утками для того, чтобы добиться такой большой печени? Да, их что-то... Алкоголем, что-то, по-моему. Как-то что-то там очень жестко их подвешивают, по-моему, в темных сараях. И что-то страшные сказки. Может быть, вам, конечно, расхочется фуагру после этого есть, но это такая действительно страшная истина. Вот, ну что... Давайте на это нехорошее, давайте сыграем что-нибудь позитивное, а то вот это... Уже вот Артем подсказывает, что у нас уже как-то за милой беседы прошел весь эфир. Что же? Самое французское. Что же делать? Что именно с такой мажорной? Да. Так, пока девчонки решат, я хочу напомнить о том, что послезавтра заработает сайт www.lafi.ru. Да, это новость. Судя по всему, для некоторых это хорошая новость. Я думаю, что это хорошая новость для всех тех, кто любит хорошую музыку. Хороший, красивый французский шансон. Я попрошу еще также цель нашей сегодняшней передачи объяснить людям, что шансон — это не Михаил Круг. Шансон — это вот то, что исполняет группа Ля Фи. Это настоящий, красивый французский шансон. Что, девчонки, давайте. Еще можно пару вопросов? Я никак не слишком мало времени. Понимаю, почему Ля Фи — это одна девочка, а вас трое. Почему? Не унимается Артем. Не обозначить количество участников. Да, вдруг у нас еще... Пойдет девочка. Троафи. Вообще красивое слово просто, мне кажется. Очень красивое слово. Да, фонетически нам понравилось. И ни больше, ни меньше. И потом маленькое что-то такое, доступная музыка, минимализм. А потом не так уж и много французских слов мы знаем. К сожалению. Ну, это грубая шутка какая-то получилась. Итак, что давайте? Thank you.
что-то очень светлое и красивое. Очень светлое и красивое, как наши сегодняшние гости группы. Молодцы, девчонки. Очень жалко, что осталось так мало времени, конечно, подольше поиграть. Я, честно говоря, заслушаюсь. Серьезно, мне очень понравилось. Все классно. Я уверен, что слушатели, наши зрители все это тоже оценят. Вот. Но опять же приходит масса вопросов совершенно разных. Например, каким спортом вы занимаетесь? Любите ли вы какой-то спорт? Да. Смотрите ли вы телевизор? Давайте постараемся сейчас на всех ответить. Ну, спорт, в зал ходим, да. Угу. Ну, там... заметно. Они ходят. Заметно почему? Заметно по отличной форме вашей спортивной. Видимо, думаю... зрители уже как раз отметили это, решили поинтересоваться, какой зал мы не будем рекламировать. Нет, для меня спорт — это максимум бильярд. Ну, тоже спорт, почему бы и нет, очень такой. Да. Не весьма. А смотрим ли мы телевизор? Я, например, не успеваю практически смотреть его. Не хватает. Да, и я тоже не люблю. Ну вот культуру нравится иногда посмотреть. И спорт. Да, мне стыдно признаться, у меня вообще нет телевизора. Ну почему? Да, наверное, это все-таки... Да, я тоже прожила 2 года без телевизора, прекрасно себя тумбочки. Чувствовала. Я его развернул в батарею, он смотрел на батарею, смотрел телевизор. Вот, на этом телевизоре стояли подсвечники, благовония, все что угодно. Я думала, один прекрасный момент просто взорвался, нет? Ну, не, он не вплотную к тебе, к батарее. Что у нас? Соблюдены меры пожарной безопасности. Вот, такой еще вопрос. Представьте, что вы оказались на острове, на котором нет никого, кроме вас. И вам разрешили взять какие-то 3 вещи. Какие бы вы взяли, интересно? Ну, давайте не будем говорить, что музыкальный инструмент. Это само собой, конечно, чтобы что-то разрешить. Розеток там? Розеток нет. Для фена, к сожалению, там нет. Фен подключить да нет. Ладно, тогда ноутбук не берем. Ноутбук тоже. Ну, наверное, все хотят услышать, что вот я взяла по аккордеон, да, а не скрипку. Ну, понятно, естественно, конечно. А я стойку, клавиши. Нет, я и что бы вы там делали на этом острове со стойкой для клавиш? Да, ну, щетку. Давали бы концерты какие-нибудь. Нет, я уже на без розеток совершенно невозможно просто. Вот так, уже не видим какой-то цивилизации. А как раньше? Не, ну, если серьезно, я бы одну книгу взяла. Какую? Ну, вот, самую лучшую. Самую любимую. А что читаешь сейчас? Ну, я взяла крем для рук, сигареты. И вот... Вот на что. Это вот говорит девушка, которая играет в бильярд. Вот не ходит в спортзал, курит сигареты. Тем не менее, отлично выглядит. Почему действительно? А потому что спросили про вещи. Про вещи спросили. Нет, мы же... Да, что за отношение к мужчинам? Что это такое, девчонки? Нет, ну, значит, мальчиков нельзя развлечь. Нас больше сейчас. 3 вещи, да, были обозначены. Так, обозначили. Вот с третьей у меня проблемы. То есть у вас 3 вещи на 3. Ну, хорошо. Вот, очень мало времени осталось, очень жалко, поэтому вот давайте, может быть, какую-нибудь последнюю послушаем, попрощаемся. Была группа Ля Фи. Была неплохая группа. Была замечательно, было замечательное трио Ля Фи. Огромное вам спасибо, девчонки, что пришли. Это действительно украшение нашего эфира. Большое вам спасибо. Замечательно, как раз в преддверии весны. Такой прекрасный эфир. Да, еще хочу напомнить человека, который выиграл диск. Он может подъехать на студию Outguard и его забрать. Как подъехать, я думаю, что вы можете видеть на сайте. С удовольствием передадим вам диск с автографами наших людей. Вот, еще раз напоминаю о том, что скоро заработает сайт Ля Фи. Так, ну что, давайте, может быть, Яна Тирсена, да, еще недоумение уже такое большое. Так много выбора. Давайте Яна Тирсена, потому что все-таки у вас больше.
Я не знаю, что это такое.